Огневычек Д-140. 40. Сияние Севера 118. What's up? What's up? Nah, I didn't. Yeah, whatever. So, brother, where your phone's at? В Инстаграме подписываемся на Инстаграм в первую очередь. После этого заходим, смотрим наше видео. Эксклюзивные кадры. Все выступление наше полностью, каждый выход будет в Инстаграме, друзья. Обязательно следим, подписываемся. Ставим лайкосик, конечно. Тихо. Не плачь. Все, папа идет. Это самый большой подарок из всех, которые были, что мы в лотерее было. Это самый большой, причем номер, друзья. 13. Номер 13. То, что нужно. Там столько за бар. Вон, короче, такие подарочки. Это не знаю, что такое. Игрушка. Да, игрушка, наверное. Вон еще такая. Но они как-то такое ощущение, что съедобно. Мне так кажется. О. Вон огурчик Сереге. Ну, давай. Самое то. Так, здесь все. И тут еще что-то большое. Ну, нормально, слушайте. Нравится мне. А тут, короче... А ты-то что подарил? Ты уже типа отдал подарок? Да. Что ты тут купил? Для собак игрушки. Ага. Вот такая штука. Это вкусняшка для собак. Да, что-то там съедобное, да. Вот такая. Куби сегодня. Best in show даже. Хорошо. С отметкой. Ну это навряд ли для Кубы. Ну, это же делают, да, пирожные такие, как электроники. А что слышишь? А хаски тут нет? По-любому есть. Мы видели, но они типа не пушистые, а как стриженные такие. Это не хаски. Гулины. Я не знаю, кто-то мимо них прошел и сказал, что опа. Это не хаски. Я знаю, что это не хаски. Это американская фида, да? Очень мощные собаки. Классно. Очень красивые. Ну что, у тебя есть? Но за вкусняшку. Я скажу, и за планшет неплохо. Там погладить. Да, ты их погладить. Красотка, ты красотка, такая хорошенькая. Да, тебя тоже поглажу. Да, тебя тоже поглажу. И тебя поглажу. Ушки не трогай, да? Нет, я говорю, а так села, говорю, блин, ну-ка не трогай. А, да. Вот и что? Что ты? Да все, да я с тобой. Не ревнуй. Иди. Пошлите. У вас, говорит, так много? И вы, говорит, так похожи, говорит? А что это вы такие одинаковые? Где такие носы продают? Скажите, пожалуйста. Не мое, я пошла. Блин, такие красивые, мне так нравятся бурики.
что будет, да? Нет. Они же обе мини. Да. Да? Просто это чуть постарше ваша. Да. Она почти на месяц старше. Ага. Вам, говоря, уже 4,5. Нам 4,5. Ну вот 30 числа будет 5. Вот все-таки, что значит породники? Одни и те же породы выбирают себе равных и дружатся с себе равными. Ну, все, они не обращают на внимание. Да. Но нет, мы хорошо с этой, с Норой-то играли. Но это вот, вот оно, себе равных не надо. У них техника одинаковая. Куб скажет, можно я к вам, говорит, поиграю? Ну, еще. Куба, ну ты вся грязная. Только намывал тебя. Пошли, пошли, отойдем. Погурим за ним. Вот и красота. Что же, девочка, да? Да. О, красивая. А сколько ей? Скоро 2. А, взрослая. Ну, это хитрый, да? Молодец. Это вот ты про не грел огромный, да? Ну, еще больше. Не, еще больше. Они классные. Они такие разные. Там два. Страшно. Выставка. На первой были мы на Огне Вычегды. Сейчас у нас Сияние Севера. Это второй выход наш. Первый мы прошли очень хорошо. Сейчас будем выходить во второй. Скоро наш выход. Будем готовимся. Куба отдыхает пока. Она очень возбуждена. Ее надо успокоить. И мне надо успокоиться. Но я, в принципе, достаточно спокоен. Вот как, каким-то таким образом все происходит. Насколько дождь сильный?
В общем, настроение шикарное. Время у нас, друзья, 9:30 вечера. Мы отправляемся домой. Якуб уже отнес машину. Она бедная вся испугалась дождя. Но ничего, нормально. Дождь стеной идет. В общем, друзья, подписываемся на Инстаграм. Следим за нами в Инстаграме. Всем мира, добра, удачи. Всех обнял. Подписка на YouTube. Всем пока-пока. Я предлагаю зайти. Там сейчас ничего делать. Через ну так, ускоряешься, начинаешь двигаться.